Мы научились распаковывать архивы, давайте научимся и создавать их. Итак, чтобы создать архив.zip, надо выполнить команду zip, указать имя архива, а также перечислить файлы или папки, которые мы хотим в этот архив поместить. Для создания архива .gz надо выполнить команду xzip, она выглядит проще, ее передается только один файл, имя архива она всегда создаст сама, это файл .gz. Однако есть проблема, мы видим, что при помощи xzip нельзя запаковать несколько файлов или папку. Однако архиватор xzip не был бы так популярен, если бы это было бы действительно невозможно, поэтому рассмотрим способ, как это сделать. Для этого нам нужна промежуточная команда tar, которая может создать архив из нескольких файлов или папок. Причем этот архив .tar не будет сжат, просто он будет как один файл содержать все, что мы туда поместили. После этого командой xzip можно этот архив запаковать в архив.tar.gz. Важно отметить, что в опции tar есть несколько полезных опций. Во-первых, это опция -c, которая отвечает за создание архива. Во-вторых, опция V, которая отвечает за то, чтобы он выводил информацию на экран, ее можно убрать, тогда он сделает все молча. И, наконец, опция F отвечает за то, что создаваться будет именно файл на файловой системе. Дело в том, что команда tar довольно старая, и раньше она могла работать и с магнитными лентами. Поэтому опцию F всегда нужно указывать. При том, что в данном случае опция F должна идти в самом конце. То есть тут нет свободного порядка опций, все опции кроме F можно переставлять, а опцию F всегда надо указывать в конце. Давайте посмотрим, как это все работает. Итак, пусть у меня есть папка War and Peace, и в ней два файла. Первые два тома романа и последние два тома. Чтобы создать архив .zip, я выполню zip, далее имя архива, и укажу файлы, которые я хочу туда поместить. Он пишет, какие файлы он поместил, и с какой степени сжатия это было сделано. Чтобы создать архив .gz, мне нужно сначала воспользоваться программой tar, указать имя архива и файлы, которые я хочу туда добавить. Если мы посмотрим размер файлов, мы увидим, что архив tar не выполнил кого сжатия и весит гораздо больше, чем архив zip. Выполняю команду gzip по отношению к архиву .tar. И убеждаюсь в том, что архив создался, промежуточный файл tar удалился, и сжатие примерно одинаковое.